Доброе утро, город Владимир. Все мы знаем, что завтракать просто необходимо, но иногда не хватает времени, чтобы приготовить полноценное блюдо. Сегодня предлагаю сделать очень быстрый, очень питательный завтрак, вкусный молочный коктейль. Для этого нам понадобится один грейпфрут, мы разрежем его пополам и выдавим сок. Примерно 100 мл сока у нас получится с одного грейпфрута. Добавляем 200 мл обычного йогурта. И еще нам понадобится консервированный ананас. Добавим немного кусочков самого ананаса и сиропа из него. Грейпфрут является гибридом апельсина и был выведен в 17 веке. Кстати, считается, что аромат грейпфрута положительно влияет на человека. Является верным средством при переутомлении и депрессии. Мне кажется, что кухня Julian Overs тоже неплохое средство для поднятия настроения. Когда я готовлю на этой кухне, у меня всегда хорошее настроение. Итак, все ингредиенты теперь нам необходимо смешать блендером. Итак, наш коктейль почти готов. Кстати, приближаются новогодние праздники, и в сети магазинов «Амби» и «Квартал», совершая покупки на сумму более 2500 рублей, вы гарантированно получаете новогодний подарок. Акция действует с 16 по 26 декабря. Итак, нам остается только перелить готовый коктейль в стакан и красиво подать. Утренний коктейль готов, мы украсили его долькой ананаса и лайма. Я желаю вам хорошего настроения и плодотворного дня. Обязательно завтракайте. Для приготовления бодрящего коктейля вам потребуется 100 мл свежевыжатого сока грейпфрута, 400 граммов консервированного ананаса, 200 граммов натурального йогурта, 1 чайная ложка ванильного сахара.